Привет, с вами Светомир. Тема про мотоблок Нева. Маленькие неприятности. Что случилось? Мотоблок новый. 20 часов еще не откатал. Вот это вот место, где крепится вот руль, это рулевая колоночка или как ее, и она крепится, получается, к редуктору вот этими болтами. Что здесь произошло? То есть она в свое время ослабла, вот эти вот гаечки ослабли. Когда я начал тянуть, она начала прокручивать вот эта вот нижняя гаечка. Вот, и сейчас я решил ее отвинтить. Внутри эта гаечка, она полимерная. То есть, чтобы ее не перекрутить, там внутри какой-то полимерный слой идет. Вот, открутить у меня не получилось, она прокручивала. Вот, что я сделал? Попытался ее как-то выкрутить под разным там... разными способами выкрутить. Не получилось. И пришлось ее все-таки срезать. Здесь, конечно, хрен подлезешь. Вот даже немножко зацепил мотоблок сам. То есть углошлифовальной машинкой это дело все срезал. Вот так вот пришлось гаечку срезать. Неприятно, конечно. Вроде, блин, мелочь такая, ну вот неприятная такая мелочь. Сейчас вот буду все гаечки здесь менять. Но буду, скорее всего, также ставить полимерную гайку. Почему? Потому что здесь идет редуктор, он алюминиевый. И, скорее всего, это сделано для того, чтобы не перетянуть. То есть, чтобы не было сильно больших усилий. Вот, также буду ставить полимерную гайку. Ну все. Купил для мотоблока новый болтик. Вот он, только он идет здесь, вот фланец называется, или как он? Вот, такой же болтик, гаечку взял, но еще взял гровера. Не знаю, под нейлоновую шайбу в эту гайку гровер ставится, нет, но я поставил. То есть вот у меня сейчас здесь гровером стоит, потому что этот болт все время откручивался, я его подкручивал, и потом он стал проворачиваться. Вот, попозже этот заменю, он еще нормально держит, то есть это старый. Заменю на новый, тоже поставлю гровера. Так вот, вроде мелочь, но тоже неприятно. Мотоблок новый, еще 20 часов не откатал. Вот такая вот неприятность.